В нескольких километрах от Канска перевернулся автомобиль с детьми, как выяснили сотрудники госавтоинспекции. Водитель машины не только был пьян, но и употреблял алкоголь за рулем. В этот момент в автомобиле находились его жена, двое детей 16 и 8 лет, а также еще один 15-летний ребенок. Семья возвращалась домой с отдыха на одном из озер Абанского района. Значит, на место выехали сотрудники ГИБДД МЧС. Было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2112 двигался со стороны поселка Абан в сторону города Канска. Не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет по ходу движения. Значит, в ходе проведения расследования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сильного алкогольного опьянения. Значит, это 1.10 мг на литр в вдыхаемом воздухе. Один ребенок 16 лет был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, с сотрясением мозга и ушибами. В травматологическом отделении находится. И женщина также с закрытой черепно-мозговой травмой, с сотрясением и тоже ушибы и ссадины. Я добавлю, что согласно изменениям в правилах дорожного движения, которые вступили в силу с 1 июля, водителю грозит заключение под стражу на срок до 2 лет, либо штраф до 200 000 рублей.